видно ролик. Не силой ведь бакане. Не силой я вот это делаю, а прокатываю. Видишь, как легко. Если вот это ролик, палка и палка, смотри. А вот это видел, тебе в пах уже бил? Да. Смотри. Я прокатываю. О, удар в пах. Видно? Да. Ну, как получится, конечно, давай. Движение раз. Фух, о, я тебе попал. На одном движении. Я ей ногу еще успеваю в пах. Опять нога, как веревка. Понял? Давай еще. Она раз, веревочка, вот и все. Я не стал в пах. Бей быстро. Быстро бей, будет счастье. Фух, о! Оп. Только бы я вот напряг мышцы, Викторович, все вот это бы пошло бы. А я что, я сразу понижаю? Центр масс я понижаю. Ну, все. Вам надо не здесь принимать, а идти вот сюда. Давай еще. Вот я пошел, а я вот. Видно. О! А я больно не сделаю, понимаешь, да? О! Видишь что? Сейчас красиво а было. Вот, ну, а мне надо медленно чтобы люди увидели. Да. Это вот смотрите, бей. А я раз и вакуумный могу под сердце, видел, я тебе дал? Фух, о, движение. Видно, и везде вот это, понижайте вот это вот, чтобы не в таких ногах, а. Устойчивость. Ну все, идет раз, а я ему за ухо взял, видно? Просто взял. Теперь я сейчас сделаю вакуумный удар по уху, ну вот такой вот. Это очень, ну, не надо вам бить, тихонечко. Потому что перепонка может, давай. О, а я, о, и вот за ухо взял. Видно? Я тихонько, вакуумный. Я верю. Теперь смотри, давай. Я раз, о, и еще забрал. А еще здесь, видишь, оторвал. То есть идет удар, а потом я уже успеваю схватить и потом еще отвернуть. О, бах, о, опа. Ну, сейчас дистанция, ситуация, ну, просто его за ухо там, как бы. Я хочу показать, ну, давай. Можно чё? Помедленнее? Давай. Опять, мне неинтересно. Во, бью, хватаю, отрываю. Что ты тут делаешь такое? Может так и не получиться, достаточно за ухо взять, тоже хорошо. Давай, Саша. Давай. Хорошо. Опять. Я раз снимаю, за ухо беру, это отрываю, не стал я вакуумно делать. Можно так? То есть вы уже давайте эти знания применяйте. Фантазия, понял, Саша? Но надо идти. Еще вот это. А я опять, я тебя бью. А, ну смотри, мне вот я пробиваю. О, ты мне руку кинь. О, видно, мне сначала с рукой надо разобраться. Долго. Вот смотри. Ага. Вот я бью, ну и есть смысл. Морды торгую. Да. О, а здесь, смотрите, веревка, видно, кисть расслабленная, веревка, а? Ага. Она может, смотри, ну бей. Да. Она раз. О, глаз. Да? То есть еще, смотри. Идет удар. Она раз, расслабленная, и по горлу. Ухо забрал, но я передумал, и по горлу ударил. Понимаете, да? Ну, текает то есть, со всех сторон. Да, и база одна и та же, но... Давай. О! О! Видишь, опять рукой. Ну ладно, давай. Делай еще. А можно вот движение? Долго, видишь, мне неинтересно снимать. Фух! О! 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 Ну я отпустил. Это хит программы. Я заметил. Это святое. Ну ладно, да. Горло. Движение раз, глазки. О, еще чуть-чуть. Мягче надо. Фух, а я здесь в живот ударил. Можно солнечное сплетение, да? То есть это уже детали. Ох, по горлу. Да? Иду на противника, да? То мы сделали вот так. Идем. Ну, вот так. Вот так, прямо. А теперь смотрите. Если мы сняли удар, видно? И вот сюда ногу. И поддеваем. Значит, нога как ролик крутится. Ну, палок нет. Движение раз пошло. Опа! И туда. Ну, можно отсюда же вот так. Ну, вот, смотри, бей. Можно даже раз. Я подгрузил. Ох. И на 360 можно вот так ходить. Ага. Ну, можно и так. Но, по идее, сила идет лучше так. Ну, смотри, бей.
Раз. Опа. Оп. Я видно по силе. Да. Понятно? Угу. Побыстрее ударь, что? Движение пошло. Раз. О. Оп. Видно? Да. Где-то там было немножко там так. А смотрите. Бей. А я и подгрузил. Витя, не бьет, боишься. Вот удар идет, смотри. Сейчас так потихоньку. А я куда гружу, видно? А ноги-то не чувствую. О! О, давай. Я раз, оп, подгрузил. Сюда. А где кувырок? Уже лучше. Значит, я делаю и раз вот под эту ногу бью. А ноги, да, или что? Нет, нет. О! Ну, значит, убери ногу. То я под эту делаю, убирай ногу. А я под эту буду делать, видно? Ну, я могу в зависимости, он боится уже, а надо вот сюда, вот. Давай. Просто иди, ну, и ты тихо иди, я буду тихо делать. Костя, а мне есть смысл снимать. О, а я вот, а здесь, смотри, что? Вот оно. Чувствуешь, вот оно, вот оно. Не, я тебе просто проникающий пока, дай тихонько. Я понимаю. Давай. И вот идет удар, а я раз, о, а здесь все. И еще здесь можно, здесь. Понятно, да? Тоже попробуйте вот эти варианты. Ну, бывает, люди вот бьют там, раз и ходят, ну такие. Есть такие. Есть такие. Можно, раз, опа, а здесь прогладил, видно? Вам не надо конкретного, смотри, встань, пожалуйста. Вам не надо конкретного под ногу. Если будете проглаживать, у вас само оно получится. Давай. Оп. А здесь вил по горлу был. Удар, давай еще. То есть вот. Оп, о, даже где-то там рот был, но я не стал, там можно залезть в рот. Понятно. Вот, давай, идея. То есть идет идея, раз, оп, глазки, я все. Чего? Ну, нормально все. Ну, я. Ну, поняли идею? Ну, вам медленно, ребят, надо. Бей. Еще медленнее. Еще медленнее. О, стоп. Блин, что ж там Анатольевич-то говорил? А, эта рука здесь у меня. Допустим, оппонент вам подскажет. О, вот это он говорил делать. Ну-ка. Ага. А с этой что делать? А с этой сюда кинуть. О, нормально? И пара сил. Да, пара сил, правильно, Серега.